В открывшейся в прошлом году на Мамайке боксерской школе 50 воспитанников. Это специализированное детско-юношеское спортивное учреждение Олимпийского резерва. С ребятами занимаются заслуженные тренеры России Николай Подрезов и Арчил Милосян. Стабильные занятия позволяют юным спортсменам участвовать в финальных боях, открытых первенствах города, турнирах, а затем уже выходить на более высокий уровень. Федерация бокса города Сочи на краевом уровне, могу сказать так, что она занимает лидирующие позиции. Лидирующие позиции в части касательно это наших уже результатов, которые дают наши бойцы. Открываем зал в 9 часов и закрываем в 9 часов, поэтому может любой прийти и заниматься. Желательно, конечно, с детского возраста. У нас прием идет с 10 лет. Вот. И каждого мы видим чемпионом. Для этого и пригласили сборную команду по боксу. А для ребят действительно важно было не просто увидеть своих кумиров, а показать олимпийским чемпионам свои первые результаты. Это ответственно и волнительно. Но юные боксеры старались изо всех сил. Это было заметно. Внимательно затем слушали, что им советуют старшие спортсмены. Женя был юниором на крае, первым одаренный. Необычный, необыкновенный турнир у нас в Анапе. Помнишь, был, да? Да. Я говорю, Женя, давай, надо. Таланты есть, все есть, надо немножко двигаться. Я поставил себе цель попасть на игры в Рио, чего я добился, и успешно там выступить. Поэтому сам я начинал с станицы Каневской, здесь, в Краснодарском крае, заниматься боксом. И долгое время у меня не получалось, все пришло со временем. Я выхожу на ринг, чтобы побеждать, признается чемпион. Ему, победителю чемпионатов мира и Европы по боксу, хорошо известно то чувство, когда желание выигрывать выше всего. А тренируется спортсмен чаще в Сочи в составе сборной России. В Сочи благоприятный климат, хорошая обстановка, хорошая погода, мы здесь. Очень часто проводим тренировочные сборы, особенно в данный момент, когда по всей России минусовая температура. Здесь нам комфортно тренироваться и готовиться к новым успехам, к новым вершинам. Сейчас спортсмены готовятся к международному турниру, который в ближайшее время пройдет в болгарской Софии. Фото на память обязательно. Ну и, конечно же, автограф чемпиона. Его получил каждый воспитанник школы бокса. Это фотография чемпиона мира, олимпийского чемпиона. Он дал автограф мне. Счастья, успеха в спорте и автограф. Спортсмены, которые добились самых высоких результатов, пришли в этот зал и перед нашими ребятами совершенно спокойно предстали. И каждый ребенок может пообщаться с этим человеком, уже дает огромную мотивацию каждому здесь присутствующему ребенку для того, чтобы он стал как минимум равняться на этого спортсмена. И именно такими встречами мы ожидаем от наших сочинских ребят, что они не только городские соревнования, но и соревнования самого высокого международного класса будут выигрывать. Школа бокса на Мамайке была открыта 2 месяца назад, и вот уже отмечена такого рода встречи с именитыми спортсменами. Как заверили нас в городском департаменте спорта, у юных сочинцев и в дальнейшем будет возможность пообщаться с теми спортсменами, которые приезжают в Сочи на тренировки. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.